Есть один момент. Это УСМ. Вот когда взводимся. Вот. Вот этот грибочек. Вот этот беленький, вот он. Фокус. Ну-ка, где фокус? Во, вот этот грибочек. Он иногда почему-то начинает иметь форму не шапочки, не вот такой ровный полукруг, а полукруг и пимпочка наверху. Не знаю, каким образом так было. Так вот, из-за того, что есть эта пимпочка, при взводе, вот сюда, когда взводишь его, вот сюда, хоп, начинаешь. Вот. Вот эта пяточка, которая в середину на пимпочку нажимает, приводит к тому, что весь грибочек немножко вот за пальцем смотрим. Грибок должен просто вниз пойти, а он сюда в сторону отжимается из-за того, что пимпочка есть. И в итоге он отжимается в сторону, и юбка вот этого грибочка начинает закусываться вот за проточку. Короче, в итоге на взвод не идет, клинит на взвод. Просто надфилем, да что такое, резкость не берется, да. Надфилем просто сточил эту пимпочку, шапочку грибочка, сделал более кругленькую. То есть она была вот так вот, торчал там писюн вот этот. А я ее вот так вот сравнял, шапку. И сейчас хорошо взводится. Вообще отлично.